турнире приняли участие 6 детских и юношеских команд, 4 сборных Архангельского водника, Коряжемский Олимп, Котлас представляла команда «Салют». В первый день игры наши хоккеисты дважды одержали победу в матчах с водником со счетом 7-4 и 4-2. Однако на второй день архангелогородцы взяли инициативу в свои руки. Некоторые забывали штрафного, а наши пытались что-то делать, пытались забивать, но не получалось. У них оборона была очень хорошая, и забить им было сложно. В итоге 7-3. Золото взял водник, у Котласского «Салюта» второе место. Водник 2010-й, он сильноват. Я, конечно, не знаю, когда следующие игры, но будем стараться в следующий раз. Старались вырвать первое место, но вырвали второе. Все старались, даже когда второе место мы заняли, конечно, расстроились чуть-чуть. Думали, первое займем, но второе место тоже это хорошо. Такой турнир, несомненно, нужен. Наши спортсмены маленькие, которые демонстрируют на этом турнире скорость, прекрасные бойцовские качества, великолепную технику выполнения тактико-технических приемов. И все это создает вот этот спортивный праздник. Это очень важно для наших детей. Хоккейный турнир прошел на призы заслуженного мастера спорта, 8-кратного чемпиона мира, 16-кратного чемпиона России Александра Тюкавина. Лучшие игроки турнира получили клюшки с автографами легендарного хоккеиста.